Машина, ай-яй-яй-яй-яй.
you'll die. For a mere little Shagat. And the day придет, Машиах придет, и он этот Adonai Elohim Melech Haolam. Adonai Elohim Melech Haolam. Adonai Elohim Melech Haolam. Благословен Царь наш Святой. С Тобою мы окажем силу. Во имя Твое поднимем знамя. Ті, хто надію складає на Господа, вони, як Сіонська гора, яка не запитається, яка буде стояти повік. Єрусалим, гори вругньо, а Господь вруг народу зробить, тепер я ж на неї не спочинеться. Не спочинеться. Слава, 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 слава,
наших камер. Тик-так, я вернул, не боюсь, ведь ты со мной. Через всех не пройду, я палец не сожгу. Ты ведешь тебя в бой, Бог мой. Ты ведешь тебя в бой, Бог мой. Ты ведешь тебя домой, Бог мой. Сила моя, Господь, все! Сила моя, Господь, Всеволод. Сила моя, Господь, Всеволод. Сила моя, Подрубай Всеволод, Подрубай Всеволод. Слава Тебе, Боже, слава. І вся земля повна слави Твоєї. Нема такого місця, де Тебе немає. Все живе створіння, воно чекає Тебе, прославлення Боже. Наповни землю славою Твоєю. Вона Твоя, вона Твоя, вона чекає Тебе, Боже, царства Твого. Смерть і злой. Я вернув, не убоюсь. Бог со мной. Через смерть не пройду. Я пара не сожгу. Ты ведешь меня домой. Бог мой. Мой Бог. Бог мой. Перемога, перемога Господа, бо Господь є цар, бо Він провів слово Господа, що все буде добре на землі вибраній. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Господи Боже наш. Слава, слава, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже наш. Дякуємо. Сила моя, 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 сила
удобный Господнему воспоминаю. Ваши руки изменили до святыни, и Господа благослови, нехай поблагословим тебя и сегодня, Господь, что учинил небо и землю. И высоких горах.
долине в цветах, опьянел от свободы, забуду свой страх, и на краешке бездны опять я стою, свои крылья расправлю. Полечу. Там в глубине отец, там в высоте творец, и в широте, и в долготе, повсюду он и везде. Там в глубине отец, там в высоте творец, и в широте, и в долготе, повсюду, и везде. Так многое нужно с тобой обсудить. Мне хочется очень с тобой говорить. Ведь ты в глубине, отец, ты в высоте, творец. Я на земле, тягость на мне, рвется на волю душа. И ты в глубине, отец, ты в высоте творец. А я на земле, тягость на мне, рвется на волю душа. Где в глубине, отец, повсюду и везде. Там в глубине, отец, там в высоте творец, и в широте, и в долготе, повсюду и везде. Буду любить тебя, буду хранить тебя, каждое слово твое повторю. Синие дали к тебе улечу, синие дали к тебе улечу. Где в глубине, отец, где в высоте творец, и в глубине, и в высоте, повсюду он и везде. Там, в высоте небес, где в глубине воскрес, где я поверил в небесные двери, вошел и исчез. Там в высоте, отец, там в глубине творец, там в высоте и там в широте, повсюду он и везде. В глубине воскрес, где я поверил, в небесные двери вошел и исчез.
В каком саду
пропаду, где судьбу свою найду, в каком саду. Взывайте к нему,
взываете к Нему, Он отвечает: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и откроют вам. Ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащий.
Благослови душа наша Господа и вся подвигность наше святое имя Его. Благослови душа наша Господа и не забывай всех благодеяний Его. Благослови душа моя Господа. Барух Хашем. Барух Адонай. Барух Хашем. Барух Адонай. Адонай Элохейну, Адонай Хад. Источники спасения текут благословения, и небо изливается. Среди пустыни выросла, где каждый счастлив каждый рад. Здесь созревает виноград, здесь видят чудеса не раз. В пустыне вырос новый сад, где каждый счастлив каждый рад. Здесь созревает виноград, здесь видят чудеса не раз. Не уходи, будь здесь, здесь для тебя все есть. Только дождись, будут дожди, благодать потечет внутри. Не уходи, будь здесь, здесь для тебя все есть. Чёрт внутри, станем мудрее, станем сильнее, и на нашей планете все это место, место силы твоей. Не уходи, будь здесь, здесь для тебя все есть. Только дождись, будут дожди. Благодать потечет внутри. Станем мудрее, станем сильнее, и на нашей планете все это место, место силы твоей. Не уходи, будь здесь, здесь для тебя все есть. Только дождись, будут дожди, благодать потечет внутри. Станем мудрее, станем сильнее, и на нашей планете все это место, место силы твоей. Это место, место силы. Стань, 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 под водопадом любви.
И
и огонь испепеляет, страны в пепел превращает. Только Божий Сын хранит тебя. Мы Иешуа восхваляем, мы Отца благословляем. Руаха Кодеш, Он источник всех надежд. Силою Твоей, о Царь Царей, я живу, возвращайся скорей. Возвращайся скорей. Правит миром всем Иешуа, Царь Царей. Он над всей землей распростёр покой. И любовь Его сильна, и молитва горяча. Он за тебя стоит и вскрывает. Все народы мутят воду, и мятутся все народы, только Он один стоит над землей. И огонь испепеляет, страны в пепел превращает. Только Божий Сын стоит один, стоит один. Правит миром всем Иешуа, Царь Царей. Он над всей землей распростер покой. Тебя слышит, как сердца стучат, сердца стучат. Як посуд гончарський, а тепер помудруйте царів.
навчився ви суті землі, служить Господи зо страхом, зо страхом. І радійте стремкінням, радійте стремкінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Блаженні усі, хто на нього надіється. Хто на нього надіється. Плачет Коген, плачет Коген.
Серафимы головы склонили, небо плачет, плачет Серафимы. И долго не гаснет окошко ночи, и скрипка звучит, свеча горит. Болью на сердце лежит.
Горело небо,
Слухаю я и слухаю, далеко Катер, Эрц Израиль, снова привели Вершай. Востока, глазах его такая поволока, ее никого не исторгает.
без огня не могут потушить. Ни Бамби, ни Бабий Яр, ни Бамби Черный Сокин. А если на говно вы придете, нам небо снова к жизни воскресит. Еврейские глаза, еврейские глаза, спустись, что остальные вас узнали. Еврейские глаза, глаза Иша, пред вами я колени преклоняю. Еврейские глаза, глаза Иша, пред вами я колени преклоняю. Благословляйте Иерусалим, да будет он вечно Господом хранит. Благословляйте Иерусалим, да будет он вечно Господом хранит. Шалом, 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 Иерусалим, шалом. Будь благословенна.
Будь благословенна и наполнена жизнью. Да наполнит Всевышний тебя силой своей и славой своей, могуществом своим и великолепием своим. Да будет слава Господня над тобою, да взойдет над Иерусалимом. Слава Господня! Течет из вечности оливковое масло из бесконечности. Израненное сердце
Господи, благословляй.
мое тело, как в скинию войди. Драгоценный мой руам, святой дух, я прошу тебя, прошу тебя, приходи. И наполни все, наполни все вокруг. Мое тело, как в скинию войди. Драгоценный мой руам, святой дух, драгоценный мой. Смиренных своих и простых не оставишь, не солжешь.
если креститься огнем должен я. Буду надеяться только на силу царя. Слезы своих святых ты в хрустальных сосудах бережешь, смиренных своих и простых не оставишь, не задушешь. Если креститься огнем должен я, буду надеяться только на силу царя. Возлюблю тебя всем сердцем, возлюблю душою всей, возлюблю тебя, отец мой, возлюблю еще сильнее. Возлюблю тебя всем сердцем, возлюблю душою всей, возлюблю тебя, отец мой, возлюблю еще сильнее. Ты избавила от страданий, ты избавила от беды, дождем благодеяний окропляешь с неба ты. Ты избавила от страданий, ты избавила от беды, и дождем благодеяний окропляешь с неба, с неба, с неба ты.
первая заповедь, которая все 613 заповедей. Возлюби. 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 Возлюблю тебя всем сердцем, возлюблю душой всей. Возлюблю тебя, Отец, возлюблю еще сильнее. Ты избавил от страдания, ты избавил от беды, и дождем благодеяния окропляешь снег ты. Возлюблю тебя всем сердцем, возлюблю душою всей. Возлюблю тебя, Отец, возлюблю еще сильнее. Ты избавил от страданий, ты избавил от беды, и дождем благодеяний окропляешь с неба ты. Слезы свои святые ты в хрустальных сосудах держешь, смиренных своих и простых ты не оставишь, не сожжешь. Если креститься огнем должен я, буду надеяться только на силу царя. Вы примете силу, когда руах отдышится из рук на вас. И тогда будете мне свидетелями, говорит Господь. По-другому сила не приходит, как только руах отдышится. Благословите Святого Духа. Благословите Отца, благословите Сына, благословите ангелов Божьих, выполняющих это место. Благословите каждое Его прикосновение, каждой клеточке вашей души, вашего духа и вашего тела. Если есть заболевание, попросите Его, Он целитель. И скажите: прости, прости, прежде я заблуждал. Но ныне, Господи, я вразумлен, и я принимаю мое избавление. Я принимаю мое исцеление, я принимаю мое благословение через Юр, Эй, Вау, Эй, Шуа, Сына Святого, сошедшего с неба на землю, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности Цитхейми. Иешуа, Царь царей, Иешуа, Бог богов, я тебя зову. Имя твое превыше всех имен, я тебя люблю. Слышать тихий голос Твой.
Защищает только то, что ему посвящено. Бог охраняет только то, что ему посвящено, что стало его собственностью. Сердцем верю я тебе, сердцем верю я тебе. Принадлежу тебе, Адонай. Сердцем верю я тебе, сердцем верю я тебе. Я принадлежу тебе, Адонай. Я сдвигаю горы. Я сдвигаю горы, чистым сердцем верю я тебе. Я дожди призываю во имя святое твое, все ветры повинуются тебе. И ты сказал, не бойся, ты сказал, не бойся, и ты сказал, не бойся, только верь. Я сдвигаю горы, я сдвигаю горы, чистым сердцем верю я тебе. Во имя святое твое, все ветры повинуются тебе. И ты сказал, не бойся, только верь. И ты сказал, не бойся, только верь. Верую всем своим сердцем, всей своей душой и всеми помыслами, что Юд-Хей-Вав-Хей-Шуа, мой Машиах, мой Искупитель, мой Ходатай, перед Отцом, праведник, умерший за грехи наши и воскресший для нашего оправдания. И я не умру, я буду жить.
и буду возвещать о великих делах Всевышнего. Славить Господа, петь имени Твоего Всевышний, возвещать про милость Твою и истину Твою хочу. Благодарить, славить Господа, петь имени Твоего Всевышний, возвещать про милость Твою и истину Твою хочу. И Ты возвеселил душу мою, а я тебе ищу, воспою, дело твои велики, Адонай, Адонай. Ты возвеселил душу мою, а я тебе ищу, воспою, дело твои велики, Адонай. Возношу свои очи к горам, возношу свои руки к небу. Я познал, что ищу Машиах, и небесах, и на земле. Возношу свои очи к горам, возношу свои руки к небу. Я познал, что ищу Машиах, и небесах, и на земле. Ты возвеселил душу мою, а я тебе ищу, воспою, дела твои велики, Адонай. Ты возвеселил душу мою, а я тебе ищу, воспою, дела твои велики, Адонай. Танцевать на шабате вечер. Давайте все станем в круг. Это называется гальга. Гальга. Когда ты в гальгаре, тогда четыре сущности здесь. И пламя здесь, и сила здесь, и могущество здесь, и величие здесь, и сила его, и слава, и царство его здесь. Ты укажешь мне жизнь и путь. Да не постижу, что к тебе взываю, на тебя уповаю я. Благослови, Господь, ты укажешь мне жизнь и путь. Да не постижу, что к тебе взываю, а еще уповаю я. Благослови, Господь, меня, и ты возвеселил душу мою, а я тебе еще воспою, дела твои велики, Адонай, Элогейну Мелеха. Ты возвеселил душу мою, а я тебе, Господь, славу пою, дела твои велики, Адонай, Элогейну Мелеха. Ищу Машия, ой, эй,
Когда услышите глас сей, не ожесточите сердец ваших, как в день искушения. Но бодро шагайте, как армия Господня, потому что Он шагает с нами. Царь царей, Господь господствующий, высокий и превознесенный, и святый Кадош. Кадош. Воскресенье также пост. С 6 вечера до 6 вечера. И не забывайте, что не иначе изгоняется род сей,
как от поста и от молитвы. Поэтому один пост этого мало, просто голодать. Надо еще молиться. И молиться так, как ты не молишься обычно. Молиться усиленно. Скажите что-нибудь усиленно. Аминь! Аминь! Иисус! Слабовато. Усиленно. Молитесь так, чтобы голос ваш был услышан на небесах. Когда Господь слышит молящегося, Он отвечает ему со святых небес. Иные колесницами, лексусами, шмексусами, а мы именем Бога нашего хвалим. И что будет дальше? Они поколебались и пали. Плывут лексусы, горят, в огне, оказывается, уже не вход. А мы стали стоим, неубиваемые, непотопляемые и не сгораемые. Почему? Пойдешь ли через огонь? Я с тобой. Пойдешь ли через воду? Не утонешь. Я с тобой. Бог с нами. А что, скайп не получается? А? Зарядить надо, он не заряжен. Да? Ну пробуйте еще, люди ждут. Что ж такое? Я уже который раз. Сама батарея не хочет работать? Я не знаю, что с ним. Ну во имя еще Хамшеха уже молились? Помолились? Помолились? Молились. Если не берет молитва, значит к врачу. Если вы молитесь и болезнь не уходит, идите к доктору. Но если вы помолились, болезнь ушла, то что к докторам ходить? Нехай ходят больные, а здоровые служат Господу. Итак, что за эти 9 ава? 9 ава сегодня. Вот прямо мы находимся в серединке. За это время нашего поста Израиль, ну я не знаю, сколько раз Бенджамин Нетаньяху встречался с Путиным. Я знаю, что сейчас большая делегация американских сенаторов и Кушнир в том числе, взять Трампа президента, там в Израиле заседают, решают вопросы. Израиль стал центром, как было обещано. Все. Центр мировой политики. И Шойгу там, который ходил в тайгу. Вот. И все остальные там, и все встречаются, общаются. Ну, практически самые великие сверхдержавы, Россия и Соединенные Штаты. И Израиль, все. Больше на горизонте не видно никого. Не вижу я никого. И Израиль выделяется среди всех, потому что на нем завязано все. Да? А что вы молчите? Да. Да или нет? Да, аминь. Да? Или аминь, или да. Или так точно, или нет. Или что-нибудь. Когда человек молчит, всегда как-то мысль, а что там внутри? Что ж у него внутри там? Что он там прячет? Итак, 9 ава. Самое темное время, если Господь говорит о ночи, то ночь это и есть 9 ава. Это день всех-всех трагедий, которые самые большие трагедии были в истории евреев. И как они переживали и переживают. Ну, плачут. Плачут. Откуда взялась стена плача? Почему она стена плача? Потому что у этой стены плачут. О чем плачут? О храме. Евреи без храма это все. Это человек без дома. Это сирота.
И поэтому сейчас будут в Израиле все силы брошены на восстановление третьего, последнего храма. Для этого все уже приготовлено. Камни напилены, пронумерованы. 200 когенов обученные ждут. Да. Первосвященник есть уже. Колено Левия восстановило свои функции. Два колена в Израиле уже работают. Это Иуды и Левия. Остальные еще пока ищут свои родословия, корни, кто какого колена, кто откуда, куда и зачем. И нас интересует Израиль больше всего. Много интересных стран. Париж, это хорошо, Лондон, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Это, ну, хорошие места, там тоже люди живут. Но знаете, люди отличаются чем? Одни люди думают, другие нет. Такие отличаются. Да. Написано, что как было перед потопом, так будет в пришествии Сына Человеческого. Люди будут заниматься своими делами и не думать. И не думать. Угу. Пока не наступит тот самый день Х. Даже это не столько день, сколько одна секунда. Восхищение произойдет в одно мгновение. Пам! И все. И нас уже здесь нет. Ну, лично меня точно нет. Я не собираюсь оставаться и смотреть, как будет чипизация происходить, как будет на лоб ставить клеймо. Не собираюсь. Мне это не интересно. Поэтому люди, которые не собираются, они готовятся к возвращению Машиаха. В течение ближайших лет это все свершится. Дух Святой открыл. Давайте громко скажем. Еще немного. Еще немного. Еще немного. Громко. Еще немного. И очень немного. И очень немного. Очень немного. Очень-очень немного. И. Грядущий. Грядущий. Приидет. Приидет. И не умедлит. И не умедлит. Праведный. Праведный. Своею верою. Верою. Жить будет. А кто поколеблется? Не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. Поэтому мы говорим, мы же не исколеблющиеся на погибель, но твердо стоим в вере ко спасению души. Ко спасению души. Шуа. Шуа. Шуа – это спасение. Душа нуждается в спасении. Дух наш спасен. Да? Дух он спасен. Амен. А душа нуждается в спасении. Наша душа – это ум, эмоции и воля. Это то, что составляет душевного человека. Вот у него ум все время работает, эмоции все время проявляются. И воля, он все время принимает какие-то решения. А если он безвольный уже, то уже он не может принять вообще никакое решение. За него жена принимает. Ой-вей, кто понимает. Ой-вей. Жены, вам не надоело принимать решение за ваших мужей? Ой-вей. Почему? Потому что это неправильно. Это нарушение теократического порядка. И перед тем, как Господь заберет свою церковь, Он восстановит свой порядок. Да, то есть все придет в гармонию. Аминь. Дух, душа.
душа и тело. В гармонии. И когда есть гармония, тогда вот красиво все звучит. А когда нет гармонии, такое что-то. Уже не то, не та песня. Вот. Поэтому музыка, она нам дает представление о устройстве Вселенной. Через музыку мы познаем, что Господь все соделал прекрасно. Прекрасно. И вложил свою мудрость во все свое творение. И все им живет. Все им движется. И все им жешь и существует. Это место, куда вы пришли, это место, где вы можете подкрепиться. Да. Если вы здесь не получите эту порцию силы, то вы ее больше нигде не найдете. Ну да. Скажу вам, что и тайная комната не выход для многих. В тайную комнату идут подготовленные люди. Потому что Отец ваш видящий тайное. Если человек зашел в тайную комнату в суете, ничего там не получится. Вообще это чудо, соединение с Господом, это чудо. Сегодня кто-то из вас соединился с Господом, был с Ним одним духом. Аминь. Кто-то видел видения какие-то, научения, поучения, откровения. Кто-то видел небожителей восходящих и нисходящих. А кто-то всегда видит Господа. Все зависит от степени подготовки сердца. Поэтому написано, что больше всего хранимого храните сердце. Из него источники жизни. Да. И вот какая жизнь у тебя, такое у тебя сердце. Не надо сетовать на жену, на мужа, на детей, на соседей, страну, правительство. Ну, по 8 гривен метро, аллилуйя. Ну, как раз, замечательно. Да хоть по 28. Абсолютно не влияет на верующего человека цифры. Потому что все равно у Господа все золото, все серебро. У Него вся сила, у Него все возможности и все ресурсы. Да. Ученые обнаружили на этой неделе, что под земною корою на глубине десятков километров земля выстлана алмазами. Сканером просканировали и нашли, что внутри земной коры полость земная в некоторых местах, не вся, но в некоторых местах планеты выслана неисчислимым количеством алмазов. Достать их пока что невозможно. Нет такой техники. Но знать об этом всем интересно. Алмазы – это будущие бриллианты. Это необработанный камень, из которого делают самые дорогие украшения на Земле. Бриллианты. Бриллианты очень красивые. Они преломляют в гранях своих. Я был в Израиле на фабрике, где делают гранение бриллиантов. Израиль один из поставщиков бриллиантов в мире. И ювелирный завод, где мы были, там очень много сидит евреев с такими штуками. И они там гранят бриллиантики вручную. Все делается вроде никаких станков. Это камень, который потому и дорогой, потому что в него вложен труд и мастерство.
Если в земле так много ресурсов находится, то на поверхности земли их не меньше. Буквально на этой неделе посчитали, сколько стоит Израиль. Ну вот если продать. Евреи любят все считать. 20 там, или 30 триллионов долларов, если все продать. Движимое и недвижимое. Ну, конечно, без людей. Сколько стоит наша жизнь? Она бесценна или она имеет какую-то цену? Во сколько оценили Господа? Кто помнит? 30 серебряных монет. Что составляло цену раба на невольничьем рынке. 30 серебряных монет. Можно было пойти на рынок и купить себе человека. И он стал бы твоей собственностью. Хочешь женщину, хочешь мужчину, хочешь ребенка, старика, что кого хочешь. Невольничьи рынки были наполнены подневольными людьми, рабами. В чем же ценность нашей жизни? Я это выучил навсегда. Ценность жизни определяется целью, для которой живет человек, и ценой, которую он готов платить для достижения этой цели. Теперь вопрос. У вас есть цель? Уже есть цель или еще в размышлении? Да, есть. Ну, допустим, Спаситель возвращается, как мы предполагаем, в 22-м году на Песах. У нас остается совершенно немного времени. 10 сентября Новый год. 5779. Это будет второй год из 3,5. 5780 год станет третьим годом. А 5781 это всего полгода жить. Полгода от сентября до весны примерно. Как раз от Песах. У вас есть цель или нет? Цель это не пропустить возвращение Машиаха. Не пропустить, не прозевать, не оказаться в числе глупых девушек, которые уснули, задремали, проснулись. Ну все, уже поздно. Ничего не могут изменить. Ой-ой. Сегодня многие спят, но они будут разбужены. Почему? Потому что Господь оказался у них за дверями. А Бог не любит быть за дверями. Он не та личность, которую можно выставить за дверь. Да меня вы можете выгнать, я вас могу выгнать за дверь. Но Бога не вы. Он не для того создавал нас, чтобы быть за дверями или на обочине нашей жизни. Или где-то на 25-м пункте в наших планах. Нет. Цель номер один – это царство. Наипаче всего, то есть более всего, ищите царство и праведности его. Не своей. Своя праведность, как испачканная одежда. А вот его циткейну, правда, она другого характера. И когда ты заходишь в тайное, а облеченный в одежды циткейну или когена,
тогда ты имеешь вес и силу в ходатайстве. Пока этого нет, ты блудный сын в рубищах, бедолага, которому надо помочь. И когда сегодня люди молятся, Всевышний смотрит на их сердце, предано ли оно ему полностью. Или в нем еще куча есть свободных мест. Там и теща, и тесть, и дети, и внуки, и пенсия, и отопление, и счета на квартиру, и неоплаченные кредиты. Чего только там нету в этом сердце. Если у вас такая картина, пригласите огонь. Пусть он сожжет все, что тебе мешает. Да. Пусть горит вся суета, все страхи. И когда этот мусор удаляется, тогда мы увидим другую картинку. Вот был период, когда храм Соломона был в запустении. По разным причинам люди сделали в нем склад. Надо? Хорошо. Не, я люблю близко. Спасибо. Люди сделали склад, и на горе Мория стоял истукан Ваала. Вот он был золотой, свеженький, выложенная мостовая, там все было чистенько, убрано. А здание храма было разграблено, все туда украдено, что можно, двери сняли, рамы, вы знаете, как дома грабят. Вот так, храм был просто коробка каменная. Мало того, там накакали, написали, один даже умудрился свинью там зарезать, чтобы уже евреи никогда не вернулись в храм. Чтобы уже сквернить так, чтобы евреи даже не коснулись. И вот появляется царь-реформатор, который этого Ваала порошок стирает, сносит все вот эти идольские памятники и храмы и начинает обновлять этот храм. Этому нашему Богу. Юд-Гей-Вав-Гей. И вот опять мастеровые идут. Из чего начнется? Вычищают храм, да? Первое, что мусор надо выносить и сжигать, выносить и сжигать. Осветить огнем весь храм. Все надо выжечь, сжечь. Все. Все зачистить шкурочкой до нуля. И потом только, когда храм очищен, тогда можно приглашать Бога туда. Вот представьте человека с нечистым сердцем, который молится, с непрощением, злобою, необрезанное сердце. Вот у Исаии очень это хорошо написано. А потом люди удивляются, а чего же он не отвечает, а чего у меня ничего нету, а чего я все время в долгах, а чего я все время в грехах. Слушайте небеса! И внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы! Кто это говорит? Всевышний. Что, Всевышний знает такое слово? Увы. Да он вообще все буквы придумал. Увы, народ грешный.
народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Вот человек ходит на собрание, приходит, сидит. Ну, кто знает, что у него в сердце, да? Да есть тот, кто знает. Да есть тот, кто видит. И почему его жизнь такая? Вчера заживо под Киевом сгорела семья. Вчера кто-то даже написал пост. Кажется, что сатана прошелся по дорогам Украины. Да. 10 человек на Житомирской. Да, Житомирской. Мертвые. Насмерть. Да. Это одна такая. Там другая, там третья. Тут еще семья сгорела, муж, жена и ребенок в машине. Не смогли выйти. Вспыхнула машина, сгорела. На глазах у всех все это снимали. Как? За что? Почему? А ты живой. Да. А ты-то живой еще? Это для того, чтобы ты задумался. А для чего ж еще? Не потому, что они виновнее всех нас. А потому, чтобы задумались все остальные. Особенно те, кто были очевидцами. Вот так бывает. Едешь куда-то, а оно бебец и приехал. Причем не так, как хотел. Из-за чего это все? Народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. С чего начинается отступничество? Если нет ежедневного причастия, ты отступник. Если нет ежедневного учения апостолов, ты отступник. Если нет ежедневной молитвы вместе с церковью, ты отступник. Если нет твоего свидетельства в эфире, в Инстаграме, в Ютубе, в Скайпе, то ты отступник. Отступником очень быстро становятся люди. Вчера все было хорошо, вчера я причастился, вчера я был в учении, я на мост даже вышел. Ребе, я вас слушаю внимательно. А другие говорят, а что вы каждый день? А моя бабушка еще говорит, вы уже Богу надоели. Эти люди как понимают, да? Вы уже Богу надоели. Сколько можно молиться? Стучит мне дверь, Юрка, сколько можно молиться? Вы уже Богу надоели. Но если она Бог, то мы ей надоели. Конечно. Таким богам. Оставили Господа, вот причина. А Господь же дал повеление, ежедневная жертва. 24/7, вот будет наше служение перед возвращением. Вообще, никаких магазинов, никаких аптек, никакой работы, никаких друзей, никаких начальников. Никаких правительств, никаких государств, никаких паспортов, ничего тебе не надо. Не надо. Вообще не надо, ни пенсия, ни еда, ничего. Да вы что-то такое говорите. Да мы говорим то, что написано в Священном Писании. Да. Так жила первоапостольская община. Деяние, 2 глава, 42 стих. Читайте. Они ежедневно, а мы. Они ежедневно, а мы. И мы. Жена не разрешает мне. Дочка мешает. Бог заберет жену и дочку, не переживай. Приберет их. Кому что мешает, он отрежет. Он же сказал, если глаз мешает, удали. Нога мешает. Рука. Лучше вам
остаться без них, если они мешают вам, чем здоровенькому пойти в преисподнюю с ногами и руками, с деньгами, паспортами, пенсией, субсидиями. Ой-вей, кричит. Ой-вей. Ой-вей. Увы! Народ грешный, народ обремененный беззаконием, племя злодеев, сыны погибельные. Так ком говорит Господь? Наверное, о каких-то каннибалах, люциферах. Нет, это он говорит о 12 коленах Израиля. О евреях. Они такую чашу выпили за все это, да? Мы говорим, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чего вдруг 9 ава вдруг? Чего? Ни с того ни с сего. Просто Господу захотелось 9 ава их как следует присануть. Так они же напросились. И чтобы они не сомневались, он и второй храм разрушил 9 ава. Чтобы сомнений не было, что это не случайно. И из Испании королева выгнала, испанское гонение было. Причем без права брать имущество, французы выгоняли евреев. Вообще не имеешь права ничего, как есть, иди. И иди отсюда, с моей стороны. Нет, вон, это, гильотина, шпек, и в корзинку голова слетела. Все быстро. Почему? Почему Бог-то говорит строго? Слушайте небеса, внимай земля. Потому что я воспитывал, воспитывал, возвышал сыновей. А они возмутились против меня. Вы знаете, наши действия не против людей, а против Бога. Или за Бога. Вот все, что мы делаем словом или делом, мы делаем или для славы Его, или против Него. Даже нейтралитет это против Него. А я ничего не делаю. Ну, будешь бить. Знал и не делал. А тот знал и делал. Еще больше будет бить. А как узнать степень наказания вечности? Мне интересно. А что там болит, а? Оказывается, душа же болит. Вы испытывали душевные муки, блядь? Ну, душа же, она живая. Да. Депрессия, это что такое? Это страдание души. Есть физическая боль, но есть душевная боль. И душевная боль, кто испытывал, я испытывал. Да. Она сильнее физической. Физическую можно анальгинчика, пенталгинчика, к врачу, укольчик, морфинчика. И это отпустило. А душу ты куда денешь? Ни водка, ни наркотики, ничего не берет. Душевные страдания самые тяжелые. Я помню это. И я услышал, что вот это и есть муки совести. Вот когда ты и жить не можешь, и умереть не можешь. И это такое чувство страшное, жуткое. И не видишь избавления. В таком тупике. От этой депрессии, которая придет на землю, люди будут кусать собственный язык. Люди будут искать смерти, но не найдут ее. Это будет жуткое время. Почему? А за что? А что случилось? А что мы плохого Богу сделали? А что он сжег вот семью? Эти вопросы задают люди, которые вообще не понимают ни причину, ни следствие, ни возмездие. Всему была своя причина, правда? Грех появляется не сразу. Сначала появляется похоть. А потом похоть зачинает. А зачавшая похоть рождает грех. А сделанный грех рождает смерть.
Поэтому Он явился спасти людей своих от грехов их. Не греши, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Вот он с нами говорил эту неделю о порталах. Вы будете видеть небо отверстий. Если вы не наполняетесь жизнью, вас воцаряется смерть. А смерть это всегда потери, это всегда нежелание молиться, духовности, ничего не хочется, депрессия, пассивность. Это уже есть симптомы смерти. Есть симптомы жизни. Всегда готов. Всегда готов. Господи, на что ж я сижу? Я же готов. Не готов, раз сидишь, еще готовься. Лучше готовься. Он мне такое про Израиль рассказал. Ух. Сразу отрезвил я. Я же рвался, я уже готов ехать сейчас, все бросить. Но когда он со мной поговорил об Израиле сегодняшнем, я притормозил. Ой-вей! Европу хочу, 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 хочу! Германию хочу! Там вот друзья у нас же появились, из Европы. С Франции такая сестра, чудо. С Германии интересные люди. Будем считать это аминь. Италия, с Италии люди. Хочется сесть в такую новую машину, красивую, и полететь. По Европе, с молитвой, конечно. Мы не ездим так, мы не болтаем в машине, когда я еду. Мы молимся, поем. Все. Это скиния. Катя знает. Катя выросла в скинии. Полина выросла в скинии. Потому что папа с 94 года в ежедневном служении. Ежедневно. Да, Полина? Что ж ты все секреты продала? Ой, блядь. Ты сказала, придет гость, неизвестный человек. А тут уже все увидели гость. Ну, садись. Растет наш круг. Посмотрел вчера или сегодня на ютубе один наш ролик. Вот он всем понравился. 55600 просмотров. Вот понравился людям вот этот ролик. Вот больше всех. 17000 просмотров. Я уже смотрю, где больше просмотров, значит, какая тема людей волнует. И о чем бы люди хотели знать? Они вот это не хотят читать. Им это неинтересно. А вот битва экстрасенсов сидят. Вот. Почему? Интересно. Тетка какая-то. Поколдовала, вот и сказала. Слушай, это интересно. Ой, вы! И в результате человек окажется как во дни Ноя, как во дни Лота, неподготовленный. Если вы выключаете это, что-то откройте, потому что надо компенсировать. Сто лет строился ковчег. 100 лет Ноах проповедовал своему поколению. Приходили все делегации, смотрели, что ты делаешь. А я корабль делаю. Для чего? А будет потоп.
А даже дождей тогда не было еще. Роса была только. Не было дождей. Люди не знали, что такое дождь. Не знали. Поэтому не были готовы. Но написано, что когда Ноах зашел в ковчег, ангелы закрыли за ним дверь и покрыли смолой отверстие входное. И те, которые потом прибежали спасаться, не нашли дверь. Сегодня дверь открыта. Вот она. Вон в Инстаграме вы видите квадратную дверь. Да. В Ютубе дверь. Вон в Фейсбуке дверь. Две двери. В Скайпе дверь. Открытая. Пожалуйста. Вы можете оттуда сюда передавать. Там нашелся один парень, фронтовик. С фронта такой. 14-го года в боях такой парень. Воин. И начал со мной общаться. Мы с ним там полночи переписывались. Он говорит, я ведь так давно не общался с верующим. Мне говорит, вы пишете, а у меня мурахи бегают. И готовится сейчас такой интересной профессии. Я за него молюсь. Вот он, потому что он вошел в эту дверь. Были молитвы об исцелении, пишут под этими роликами комменты. Когда вы помолились, у меня тоже все прошло. Ой, у меня была застарелая, все прошло. А вот только вы начали молиться, тут все прошло. Да. Почему? Потому что дверь открыта. И движение, и силы. А если дверь закрыта, то что, какие движения? Если закрыть окна и двери, и так жить, то что? Кто-то ж тебя найдет. Это, наверное, в Скайпе кто-то не выключил звук. Запись наша. Это вы не поймете. Это только я. Только посвященный. Так, это посвященные только. Он меня всего лишь ждал. Я не посвящен. А кто, как это получилось? Вот это я не знаю. Ага, сейчас. Видите? Идет трансляция, да. Одновременно. А ну все? Все. Просто открылась программочка и начала себя. Да. Дверь, видите, там столько дверей, столько коридоров, лазейчик, что надо изучать эти двери. Иначе ж мы не сможем людей вывести оттуда туда. А наша цель какая? Самим не оказаться опоздавшими. И вывести максимальное количество людей. Да? Да. Конечно. Как Павел написал, по крайней мере некоторых. Но я не берусь за всех. Вол знает владетеля своего. И осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Знаете, когда Господь ударит слегка, надо сразу испугаться. Вообще не надо ждать, что убили, конечно, но если он тебя ударил, то ты испугайся. Не надо ждать второго удара. Второй может быть смертельным. И вот Бог, он пытался их остановить, пытался их вразумить, а потом говорит, а куда вас еще бить? Вы как будто бы с ума сошли. Вы даже не реагируете, когда я вас наказываю. Очень легко все на дьявола перекинуть, да, сестре?
это все сатана, это все сатана, это все сатана. Что, сатана такой всемогущий? Да. Что, он Бог? Или все-таки Бог есть Бог? А сатана не Бог. Он хочет стать Богом, но не в нашем поколении, не с нами. Мы ему не позволим. Вся голова в язвах, все сердце исчахло. Почему исчахло? Жизнь уходит жизнь. Она же не восполняется. Если вы раз в году в собрание ходите, где Дух Святой, то это ничто. Остальное время что? И живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет. То живешь на земле, ты напрасно, мой друг, бесполезно проходят года, и молитвы твои неугодны Творцу, неугодны Ему и дела. А человек себя оправдывает. А я батюшке дал. А я положил. А ты что, откупился? Ты пришел откупиться? Так Всевышний не нуждается в деньгах. Не попадает отсюда, с этой коробочки, ничего на небо. Слава Богу. Все здесь растворяется. Откуда пришло, туда и ушло. Да? Да. Купил батюшка новую машину. И едет по дороге. А за ним едет генерал на новой тоже, из салона. И тут вот надо же, встретились два одиночества. Хрясь и авария. Выходит генерал, посмотрел, как пришло, так и ушло. Вышел батюшка, посмотрел, Бог дал, Бог взял. Почему они так говорят? Да потому что у них есть еще. Есть еще. Поэтому все на земле, все на земле, все богатства на земле. И они останутся на земле, ничего в вечность из материальных ценностей мы не возьмем. Ну что идет с нами? Дела. Дела. Слова. От слов своих оправдаешься, от слов осудишься. Делами вера достигла совершенного. Вот каждый день мы упражняемся в чем? В словах и делах. Каждый день мы что-то говорим, да? Да. А что мы говорим? Это угодное Богу, неугодное Богу. Каждый день мы что-то делаем. Это угодное Богу или неугодное Богу. Как узнать? Спросить. У кого? У хозяина. Вот вол знает хозяина, осел знает хозяина. А человек? А человек не хочет с хозяином общаться. Поэтому хозяин начинает пам, бам. Бам! Вот хорошие сериалы, я сейчас смотрю, есть хорошие сериалы, Бог говорит через фильмы, знаете. И вот в этом сериале герой — это такой человек, которого все боятся. Ну, происходит среди ковбоев, там ковбои у них, ферма, а он родоначальник, создатель этого всего бизнеса, этого клана. У него сотни тысяч скота, сотни лошадей, у него там тысяча рабочих работает. Он ходит в этой ковбойской шляпе,
И знаете, что он делает? Он тех людей, которые ему преданы, клеймит как скот. Выжигает на теле клеймо. Вот такой человек. И он по-другому не понимает. А иначе зачем ты мне нужен? Не клейменный. Значит, ты меня продашь, сдашь. Ты ненадежный. А ненадежных они вывозят за город. Там все просто. Ну, законы такие. Живут по понятиям. И его все так боятся. А особенно его детей. У него дети. Один сын у него адвокат, юрист, очень умный. Второй сын спецназ, отслужил в горячих точках, там вояка, такой оторванный. Не живет с отцом вообще, уехал. Женился на индианке, вообще, вопреки воле отца, нашел. И с индейцами он подружился. Живет в резервации с индейцами. Интересно. Сериал называется Yellowstone. Можете посмотреть. Yellowstone. И отец, у него дочка еще. Дочка тоже оторванная, но бесстрашная. Ходит по таким барам, что... А если кто-то подходит, она спрашивает, когда фамилия? Ковбой. Пристает. А моя вот такая, называет отца фамилию. Все сразу отходят, извините. Все отца знают. Понимаете, вот есть люди, которые все боятся, у них большой авторитет, у них большая власть, они умеют управляться, да? И как-то вот, вот так было при коммунистах, при Советском Союзе. Вот партия все знает, она рулевой, она ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот дорогой Леонид Ильич, вот они все решат, нам будет хорошо. Хлеб по 16, мороженое. По 9 копеек. А метро? По 5. По 5 копеек? Ой-ой. И люди, некоторые сегодня, мечтают о сильной руке, чтобы сильная рука у него была над ним. Сталина у вас нет. Сталина носят портрет. Но они не хотят к Всевышнему. Всевышний уже трубит, кричит, наказывает, уже во что вас бить? Что с вами делать? Продолжающее свое упорство, вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищены, не обвязаны, не смягченные елеем. Еще интересно, этот хозяин Yellowstone, он сам больной насквозь, он еле ходит. Но он от всех спрячет свои болезни. Да. И он продолжает на характере жить, знаете. Вот я всем докажу, я всем покажу. Почему 70 лет отреклись от Бога? Почему Ленин сказал, что Бога нет? Почему Сталин в 1937 году уничтожал священство? Почему? Почему? Почему люди так решили? Почему Израиль не реагирует на Божьи наказания? Вот у меня есть вопрос, а у вас? Еще не время. У вас даже ответы есть. Наверное. Ой, вей. Покрывало слепоты написано. Ой, вей. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения, чужими. И осталась дочь Сиона, к
как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Адонай Цеваот не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Адонай, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. Да. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие, субботу, праздничных собраний. Не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь! Очиститесь! Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите праведности. Спасайте угнетенных. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Адонай. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Да. Как сделалась блудница ее, верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Адонай, Адонай Цеваот, сильный Израиля. О! Удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, шайфтимов, как прежде, и советников, как вначале. Тогда будут говорить о тебе город праведности, столица верная. Сион спасается, Шва, правосудием, обратившиеся сыны его правдой. Всем же отступникам и грешникам погибель. И оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделены для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрой. И будут гореть вместе, и никто не потушит. Вот такая картина маслом. Если вы думаете, что это только про евреев, то ошибаетесь.
Это ждет все человечество в конце веков. Земля и все дела на ней сгорят. И также те, кто останется на этот период времени. Сейчас время услышать, время слышать. Имеющий ухо, да слышит, что Руах а-Кодеш говорит церковь. Да. Если кто услышит и ожесточит свое сердце, ой-ой. А кто примет слово, тот получит дальше указание. Ой-ой. Потому что это не конец указаний, это начало. Первая встреча фарисея Савла с Всевышним на дороге в Дамаск закончилась обращением Савла и появлением Шауля. Но Иешуа открылся ему, говоря слово. И Шауль говорил также ему. Помните слова Шауля? Первое слово. Кто ты? Второе. Что повелишь мне делать? Ему было сказано, иди в Дамаск, куда ты шел. Оставайся на месте. Там есть человек. Я его к тебе направлю. Он с тобой поработает. Он пришел. И ждал. Три дня. На третий день появляется. А почему на третий? Да потому что тоже с Богом спорил. Тот говорит, иди там, Савл, тарсянин тут. Какой так? Это все равно, что там, не знаю, там, садист, палач, убийца, насильник, там, самый жуткий тип. Иди там, Путин тебя ждет. Боже, да какой? Не может быть! Может. Он молится. И только на третий день пошел этот брат и заходит и говорит, брат Савл, Господь, явившийся тебе на дороге, и мне сказал, иди и помоги. Он молится. Вот так будет действовать Святой Дух и сейчас. Есть люди, которые готовы идти и служить другим, а есть люди, которых надо еще остановить. Потому что они не туда идут и не с тем сердцем. Да? Да. Вопрос ко всем. Как Яков стал Израилем? Поспорил. Сколько времени ушло, чтобы Якову стать Израилем? Как это произошло? Иаков боролся с Богом и превозмог. Во характер, да? Иаков боролся с Богом и превозмог. И тогда ангел, который представлял Всевышнего, увидев, что не одолевает Иакова, попросил его, отпусти, святая. Не отпущу, пока не благословишь меня. Вот наши праотцы какие были. Богатыри. Держат крепко. Не отпущу, пока не благословишь меня. Слышит в ответ. Как имя твое? Яков. Отныне имя твое Израиль. Вот так появился Израиль. Но безнаказанным он не остался. Господь взял жилу из бедра и вытянул. И Иаков вернулся в стан инвалидом. И до смерти был инвалидом. Есть цена твоей борьбы с Богом. Будешь бороться дальше? Или поднимешь руки вверх и скажешь, все, сдаюсь.
Потому что нет никаких гарантий, что будет дальше. Никаких гарантий никто не может дать. Что будет дальше? Если человек упрямствует, упорствует, продолжает стоять на своей точке зрения, заведомо неправильно, то что ждет такого человека? Ой-вей. Ой-вей. Но если человек принял, он сказал, да, 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 Всевышний, это я с ног до головы покрыт, это я в сердце такое у меня, что вообще. О, Господь, это все про меня сегодня ты говоришь. То Бог дает 16 стих. Омойся, очистись, удали злые дела от очей, перестань, прекращай делать зло. Начинай учиться делать добро, ищи праведности Божьей, спасай угнетенного, защищай дорогу, вступайся за сироту и так далее. И приходи, и мы с тобой поговорим. Рассудим. Рассудим. Если даже у тебя такие грехи, там, действительно. Но сейчас война, но убивают людей. Да, убивали друг друга, убивают. И если у тебя есть на руках кровь человеческая, это ж не финал. Приди. Все равно приди. Есть один путь. Не два. Один. Одна истина. Одна. И одна жизнь. Одна. И дверь одна. Кто найдет, войдет и спасется. Я есть путь, он сказал, истинная жизнь. Я есть дверь овцам. Придите ко мне, и я успокою вас. И найдете покой. Что такое покой? Шалом. Шалом. Душа ваша. Это половина послания сегодняшнего. Вторая половина – это вторая глава. Это то, что я всегда читаю с чувством великого восторга. Слово, которое было в видении к Ишаяву, сыну Амоса, о Иуде и Иерусалиме. И будет последние дни, скажите все. И будет последние дни. Это когда? Последние. Последние дни для вас когда? Сейчас. Последние дни. Ну вот семья, что погибла вчера, последние. У них был последний день. Да. А я живу и не знаю, когда мои последние дни, да? Но предчувствие ж есть. Ах, не солгали предчувствия мне. И будет в последние дни. Спросите, что? 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 Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. Что за гора? Вы уже знаете, кто? Конечно. Название горы. А что она будет выше? Она ж маленькая. Закон выйдет с Сиона. Почему она выше будет? Вы увидите это в нашем поколении. Что сделает Бог в Израиле? В Израиле! Да. Там гора Сион. Да. Там гора Сион. Там.
И там самый большой портал. Две. В этом городе все началось, Иерусалим. В этом городе все закончится. Что будет в Иерусалиме? Будет авторитет. Есть разные авторитеты, Большие, региональные, республиканские. Есть авторитеты всей Украины. Но есть авторитет всех авторитетов. Есть авторитет. Есть такой авторитет. Мы даже его имя знаем. И вот этот авторитет поднимется ненадолго, на 3,5 года, вот эти последние. А потом те, кто придут, войдут, выйдут и пажить выйдут. Вот это будет так, пришествие. Вошел, вышел и пажить нашел. Это быстро. Без всяких там не будет долго. И придут многие народы и скажут: придите, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон. И слово Господне из Иерушалайма. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О дом Якова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Давайте это закричим. О дом Якова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Где дом Якова? Дом Якова, ну где бы он ни был. Израиль. Придите, евреи, придите. И будем служить, будем ходить по свете. Будем ходить. Но ты отринул народ твой, дом Якова, потому что они... И наполнилась земля его серебром и золотом, нет числа сокровищем его. И наполнилась земля его конями. Ну, а вот тут за того. А Голиаф каждый день выходит и бросает вызов. Эй, вы! Кто против меня? Идите, сейчас я вас не буду показывать, как показывал Голиаф. Что он с ними сделал. То же самое, ничего ж нового. Да. Молчат евреи. Никто не хочет, чтобы Голиаф с ними это сделал. Конечно. И все так. Не я ли, не я ли. Может ты? Может ты пойдешь? Может кого-то из нас выберем, пожребию кинем? Ой-ой. 40 дней, это больше месяца. Пока не появился настоящий Йешурун. Вы знаете, что настоящие Йешуруны отличаются от ненастоящих духом. И то, что стерпят ненастоящие, настоящие терпеть не собираются. И это было для него как... Знаете, как... Ты что? Это кто-то, вот это кто-то. И давно он вот это показывает, что он с нами сделает. 40 дней. И что? Ну вот, что? Царь сказал, что пол царства даст. И дочку свою отдаст тому, кто пойдет. Что? Ну еще раз. Царь сказал, что даст полцарства и дочку свою, кто выйдет. Пошли к царю. Царюшка, ну, хочу.
Ему было 12 лет. Хочу. Как поиска моя. Хочу. Сынок. Он воин. С детства, а ты? А я не переживайте, царь-батюшка. Я пасу овец. И когда приходит медведь, хватает какую-нибудь овцу, я его догоняю. Это как же надо бегать? Хватаю за космы. Это как же надо хватать, да? И достаю из пасти мою овечку. И царь говорит, а с медведем что? Ну, то, что Голиаф показывал, это примерно. Ой, выкричит, мама дорогая. То, что делал раб твой со львами. И Шауль этот, Саул, он был очень опытный воин. И он, написано, когда видел воинственного человека, он брал к себе. И он когда увидел вот этот воинский дух мальчики, сказал, ну давай броню тебе одену мою, иди. Ну, одели ему броню его. А говорит, что-то не то. Мне неудобно. Можно я вот как я с медведями, так и с этим? Ну давай. Взял пастушескую сумку, 5 гладких камней, пращ и пошел. И что вы себе думаете? Навалял. С одного удара поверх врага. Вот это и настоящий Йошуа.